в отеле здесь проходит чек-ин, регистрация на фестиваль Коачелла. Вот здесь, собственно, раздают волшебные коробочки, в которых браслетики, программка и все дела. Мы заселились в номер. Достала свой костюм. Помялась футболка. Очень-очень жаль, конечно. Шортики, стразики, парик. Ну что, ребят, не пугайтесь. Это фестиваль, и нужно самовыражаться, придумывать что-то яркое, интересное, как-то по-особенному одеваться. Если честно, этот образ получился совершенно случайно. Я долго не думала, просто ходила по магазинам. И даже вот вчера я пошла в магазин, и мне попался просто парик. И уже под парик я подбирала образ. Этот парик из Forever 21. Он был со скидкой, купила я его за $7. Был еще такой розовый. Но я решила, что я хочу в голубом походить. Так прикольно, я не могу. Там же Forever 21 я купила такие вот прозрачные очки. Там же купила стразы голубые. Там же я купила My Little Pony футболку. Там же я купила шорты. И классная у меня курточка. Попрошу девчонок снять меня сзади. Татухи надела на ноги. Полностью у меня вся левая нога и вся левая рука в татуировках. В общем, я себя люблю. Я похожа на Мерлин из «Брата 2». Да, помните, была Мерлин? Мне сказали, что у нее тоже был голубой парик, тоже большие губы, и она была высокая. Так что вот, сегодня меня зовут Мерлин. Да, я думала, я пони. Короче, вы не поверите, мы спросили у такси, где можно остановиться и пойти в магазин, купить нам напитки. И он говорит, у меня есть напитки. Я говорю, какие? Просто достает сумку, из-под ног. Алкоголь. Смотрите. Куча алкоголя. Выбор просто. Нельзя? Что вы хотите? Сказал в багажнике, у него еще пиво есть. Молодец. Мы прибыли на Коачелла. Я тут такая вся обтатуированная, хожу, на меня смотрят, говорят, что классно, ура, я рада. Теперь хочу настоящие татушки. Как будто музыка, давай, Жень, как най, будто музыка. Най-най-най-най. Мерлин. Девчонки, мальчишки, напишите в комментариях, кто я, Ума Турман или Мерлин. Да. Да, либо Мерлин из «Брата 2». Меня. Я очень счастлива, что мне вновь удалось посетить Коачелла в этом году. Каждый год фестиваль музыки и искусства проходит в городе Индио, штат Калифорния. Чтобы добраться из Лос-Анджелеса, нужно проехать немало, примерно от 2 до 4 часов. Один раз мы встали в огромную пробку, потому что выехали не вовремя, и стояли примерно часа 4. В этом году выступали такие хедлайнеры, как Beyoncé, Eminem и The Weeknd. Честно сказать, это мои любимые певцы. Билеты на фестиваль раскупают с бешеной скоростью, а отели начинают бронировать за год. Поэтому поторопитесь, если вы хотите посетить. Территория фестиваля занимает примерно 31 гектар. Вы можете себе представить? И вмещает примерно 80 тысяч человек, если не больше. Фестиваль проходит в 2 уикенда. Обычно с 14 по 16 апреля и затем с 21 по 23 апреля. На 2 уикендах выступают те же самые хедлайнеры. Стоимость билетов начинается от $400, а VIP-пропуски от $900 и выше. Дополнительно оплачивается трансфер на фестиваль плюс отель. Обычно на одного человека продают 2 пропуска. Вы не можете купить один билет на одного. И самое важное то, что билеты нельзя вернуть, поменять или изменить имя, фамилию и так далее. Я бы всем советовала, конечно, и по возможности купить VIP-билеты, потому что VIP-территория отличается от обычной территории. Во-первых, в VIP-зоне вы можете встретить очень много звезд, начиная от блогеров популярных, заканчивая голливудскими актерами, певцами, актеры сериала, модели известные. Создавалось впечатление, что люди готовятся к данному фестивалю за год. Наряды у людей потрясающие, костюмы великолепные, макияжи восхитительные, и действительно на фестивале ты вдохновляешься, расслабляешься и отдыхаешь. Поэтому советую, если вы любите такие мероприятия, обязательно
запланируйте себе поездку на Коачелла. Всем доброе утро! Сегодня второй день пребывания на фестивале Коачелла. У нас классно проходят дни. Мы вчера, если честно, очень устали, и я приехала никакая домой, потому что мы ждали Uber 3,5 часа из-за того, что у них полетела система на Коачелла в самой зоне Uber, и все такси исчезли. В общем, так получилось, что якобы их никто не вызывал и никто не приезжал. И разъяренная толпа людей, которая хотела домой, уставшие, голодные, сонные, никакие просто люди, сидели на бордюрах, уже кто-то спал на бордюрах. Если честно, нам чудом повезло, мы вообще вышли на дорогу, поймали первую машину, на которой был значок Uber, и договорились с ним, чтобы он нас отвез. И сейчас мы едем на вечеринку до фестиваля Коачелла. Вечеринка от Nix, именно американского Nix. Все время мы были в Москве у российского Nix Russia. Теперь мы пойдем на вечеринку от Nix America. Мы там побудем на вечеринке, посмотрим, что да как, я для вас поснимаю. И поедем оттуда уже на специальном шаттле на фестиваль. Сегодня выступает Бейонсе. Отель просто потрясающий, хипстерский. Смотрите, старые Барби. Много разных локаций для фотографий. Смотрите, мне подарили очередную поясную сумку. Это просто кайф. Чёску мне сделали красивую с глиттером. Hello. Hello. А здесь проходит вечеринка у бассейна с коктейлями. Класс. В общем, стоит парень, не знаю, на кого похож. Мне кажется, какая-то звезда. Певец, как минимум. Целая технология. Какие классные наряды. Есть вот такой бесплатный аппарат. Вы можете вытащить что-нибудь себе. Я сейчас попытаюсь. Представляете, нам подарили обувь. Вот такие тапочки. Такие у меня черные есть уже. Я выбрала розовенькие. Очень красивые. Снова мы воспользовались услугами велосипедиста и тележек. Девочки! У вас мальчики. У него гребень в голове. Голубой. Что у него в голове? Боже, какая она красивая. Это нереально. Ты
раньше уехали из концерта. И надеемся, что быстро доедем до отеля. Очень надеемся. Вот такие камушки здесь. Да, здесь бездорожье полное. Поэтому обязательно нужно надевать сапоги. Даже вот в сланцах, либо в какой-то открытой обуви будет очень неудобно. Смотрите, снова показываю Uber-зону. В прошлом году я ее снимала. Здесь Wi-Fi есть бесплатный и зоны отдыха. Можете вызвать Uber и дождаться, посмотреть там что-нибудь поесть. Да, зона посадки просто потрясающая. Здесь свои линии отдельные, например, XL, вот отдельный проход, отдельные машины. Просто UberX там, это где мы вчера стояли, не могли уехать. XL вот сюда, да, нам. Там еще Black вот отдельно. Класс. Сегодня мы покинули долину Качела. Ну, давайте одним... Скажите все мне сейчас на видео, как вам фестиваль? Одним словом. Обалдеть! У нас, Марина, есть три слова, но мы не будем их озвучивать. Было очень здорово. Приехали в ресторан Water Grill. Грил, и будем сейчас ужинать, а завтра улетаем все по домам. И вы посмотрите, какая здесь красота творится. Yes. Now. Thank you. Смотрите тоже, какие устрицы красивые есть. Девчонки, я уже анонсировала конкурс в Инстаграм. Еще хотела показать вам на YouTube-канале, что сейчас проходит конкурс на обложку каталога. Если вы хотите попасть на обложку каталога, это очень легко сделать. Компания Bonprix с 9 до 23 апреля устраивает конкурс «Лицо с обложки 2018». И вам нужно всего лишь зайти на сайт, разместить свою фотографию и можете получить от компании каталог с индивидуальной обложкой, а также можно побороться за главный приз в размере 350 тысяч тенге. Я в членах жюри, и мы будем вместе определять победителя. Я вкратце покажу, как все это делать, как заходить. Вот, в общем, заходите на Bonprix, нажимаете «Принять участие». Все, что вам нужно, это просто зарегистрироваться для участия в конкурсе. Заполняете анкетные данные. И после заполнения нужно загрузить фотографию.
И после того, как вы загрузите фотографию, выйдет страница с вашей фотографией, где будет написано «Готово». Участвовать могут только жители Казахстана.